Личный состав Военного института радиоэлектроники и связи в эти минуты занят обработкой центральных улиц Алматы. Сегодня бойцам армейской санитарной службы предстоит обеззаразить проспект Абая. В работе задействованы 9 офицеров и 1 единица спецтехники, предназначенная для дезинфекции больших территорий. Объем емкости спецтехники АРС составляет 6 тонн. Сейчас ее будут заполнять водой. Водовоз вот-вот прибыл. Затем в нее заливают 5 литров химического средства натрия гипохлорида. Благодаря самоотверженному и нелегкому труду военные обеспечивают санитарную безопасность города, внося весомую лепту в защиту алматинцев от опасной инфекции. При этом важно не заразиться самим. Мы прибываем на территорию института. Оттуда нас встречают медики. Встречает все вот эти вот одежды, маски, перчатки, все уничтожаем. На КПП есть дежурный медик, мы заходим, он нас проверяет температуру и опрашивает самочувствие каждого военнослужащего.